Обьюганская поселенческая библиотека продолжает рубрику «Поэтическая минутка». Сегодня прозвучат для вас, дорогие друзья, стихи Ольги Бергольц. Не знаю, не знаю, живу и не знаю, когда же успею, когда запою в средине лазурную, черную с края, заветную, лучшую песню мою, такую желанную всеми, такую еще неизвестную спела бы я, чтоб люди на землю упали, тоскуя, а встали с земли, хорошее, смеясь. О чем она будет? Не знаю, не знаю. А знает об этом июньский прибой, да чаек бездомных отважная стая, да сердце, которое только с тобой. Есть время природы особого света, ни яркого солнца, нежнейшего зноя. Оно называется бабье лето и в прелести спорит самою весною. Уже на лицо осторожно садится летучая легкая паутина, как звонко поют запоздалые птицы, как пышно и грозно пылают куртины. Давно отгремели могучие ливни, все отдано тихой и темною нивой, все чаще от взгляда бываю счастливой, все реже и горше бываю ревнивой. О, мудрость щедрейшего бабьего лета! С отрадой тебя принимаю, и все же, любовь моя, где ты? Аукнемся, где ты? А рощи безмолвны, а звезды все строже. Вот видишь, проходит пора звездопада, и кажется, время навек разлучаться. А я лишь теперь понимаю, как надо любить и жалеть, и прощать, и прощаться. Это все неправда. Ты любим, ты навек останешься моим. Ничего тебе я не прощу, милых рук твоих не отпущу, а тебе меня не оттолкнуть, даже негодуя и скорбя. Как я вижу твой тернистый путь, скрытый, неизвестный для тебя, только мне под силу, чтоб идти мне с тобою по твоему пути.